Привет всем подписчикам Legal Bet. Продолжаем говорить про английский футбол и говорить про чемпионшип. Один из моих самых любимых турниров. Турниров, в которых бывает все. И здесь какой-то логики может и не быть. Поэтому хочу предложить вам ставку хулиганскую. Ставку с коэффициентом 8. Опять же, очень много интриг и очень много матчей, в которых будет борьба от ножа, будет много эмоций. И как раз таки вот в качестве такого матча хочу вам предложить противостояние Престона и Бёртона. Бёртон борется за выживание, Престон еще не потерял шансы на плей-офф. То есть в этом матче эмоций будет больше, чем надо. Если вы посмотрите статистику Престона в последних матчах, у этой команды очень много желтых карточек. Очень-очень много в матчах этой команды показывается желтых. И на одном из ресурсов, в одной из линий, я увидел ставку с коэффициентом 8 на то, что в этом матче будет показано 7 или больше желтых. Это круто. Это может зайти. Энди Медли судит этот матч. Показывал ли он уже 7 или больше желтых карточек за последнее время? В 2017 году это было как здрасте. Особенно учитывая то, что Бёртон под настроение может зажечь по карточкам тоже. Мне кажется, что, конечно, опять же, это хулиганство. Но если где-то хулиганить, то здесь.